Здорово! Уже завтра, а именно 13 февраля в 14:00 по Москве будет открытие нашего с вами сервера Cheeseland. Хардкорный классический сервер с небольшими улучшениями. Рейты X1, стаки X2 и немножечко ускоренный крафт, тоже X2. На сервере не будет никаких ограничений на количество игроков в команде. То есть вы можете позвать всех своих друзей? Угу. Ребят, мне нужна ваша поддержка и ваше мнение, поэтому, чтобы не пропускать новости и помочь в развитии проекта, вступайте в группу ВК и наш с вами Дискорд. IP сервера и все ссылочки будут в описании. Не пропустите открытие, мы вас ждем. Ну а сейчас поехали к просмотру ролика. Всем приятного просмотра. Небольшая предыстория. Вот этот паренек, за чьей камерой вы наблюдаете, это мой тиммейт. И его мини-развитие. Потому что начну я играть с ним и за его ресурсики. А это новичок, которому мы решили немножечко помочь. И да, ссылочку на ролик босса я оставлю в описании. Не забудьте передать приветик, он нуждается в вашей поддержке. А это я, и тут мы уже собрались рейдить наших соседей. Давай, как ты умеешь. Помотай головой. О, да, берданочка. Че, лестницу сделал? Да. Пойдем. Еще читак нас убивает, не успеваем с дома выйти. А далеко дом? Нет, он там. О, ты лагаешь у меня. Ты что, читы подрубил? Спидхака, имбха. Ты у меня телепортируешься, реально? Кстати, ты знаешь, как у меня бежишь? У тебя ноги на месте стоят, а ты просто бежишь. Пока. Так, у меня такая же фигня, это сервер лагает. Вот, ты просто, знаешь, просто на месте стоишь, и твой персонаж двигается, это жесть. Ты что, не знал, ролики ввели уже в игру? Ты думаешь, для кого дорогу сделали, чтобы я на роликах катался? Ты вот это рейдить хочешь? Да. Серьезно? Вам хватает на него? Давай бахнем. Чтоб вы понимали, босс меня позвал помочь ему бахнуть этот дом. Да, именно этот домик. Сколько теперь? 5 сочелей, да? 5, ты сейчас взорвешься. Не ссы. По нам работает. Не раш. Меня убили. Подними, марафон. Поднимай, я ему 3 хита дал, сейчас запушу его. Ха-ха, отсочили сдохнуть. Тихо, я убил одного, еще один. Порох! Босяра! Бегу. 5000 пороха! Я у типа это отжал, 5000 пороха. Типа? У типа отжал, которого убил. Я думал, в хате, нифига себе. Красавчик. Марафон, на, держи. Иди сюда быстрее, на. Сейви. А я пошел к типам. Забей. Два типа у меня. Уйди. Я прикрою. Тихо. Сейчас они выйдут оттуда с горы. Не пуш. Тихо. Одного убил. Башку дал. Все, сдох. Где еще? Тут еще один. Да. Тут же, тихо. С ревика, кто? Вижу его. Тот челик ушел. Ничего нет. Там. Убил того типа. Я залутал, бегу к вам. Крыть. О, вижу. В одной печке. Где-то 4000 серы. Слушай, ну тут нормально было. Корпуса на калаш были? А вон там сверху. Корпусов не было. Есть корпус на калаш и 7 пружин. О, отлично. Мы можем пока, чтобы не переносить, поставить сюда еще одну дверь, вот сюда. И пойдем покажу дом. Это вот этих челиков, которые к нам приходили сейчас. У них хороший дом. Только придется калаш скрафтить тогда. А я сейчас покажу, что мы можем зарейдить. Дом изи-то изи, но если у него МВК дальше... Сзади меня. Отойди. Он умер. Найс. С дома вышел. Убил. Хорош. Голый, походу, был. Enemy. Это этот, который порох принес.
Смысл их рейдить? Они весь порох отдали. Может, не весь? Ну-ка, быстрее. А, у меня лестница есть. Здесь МВК, мне кажется. По дверям идти. Тут, смотри, раз, два, три, четыре. Там обычная дверь. Ну, пойдем тогда, перенесемся, все накрафтим и бахнем их. Я калаш тогда скрафчу себе. Давай. Как вы уже догадались, мы будем заниматься именно этим. Крафтить ракеты, чтобы выселить этих ребят в онлайне. Судя по пороху, который они вынесли, ресурсов должно быть у них немало. Он убил меня. Голый. Я убил его. И да, мы их решили выселить еще и по этой причине. Они нам мешали рейдить тот домик. Но для этого нам нужно было знатно подготовиться. Я отправился перерабатывать все компоненты, а босс отправился переплавлять ресурсы. То есть серу. Сколько экспы выходит? 49. Ну еще много. У нас микросхем столько нет. Куда столько экспы? Кстати говоря, насчет микросхем. Я могу ракеты скрафтить. Ракета, разрывной, крафти экспу. Минус один, их двое. Он в хорошей броне был. Минус еще. Все. Это энеми, это те, кого мы рейдить будем. Найс. Дима, лутай броня. За машиной сидит. За машиной справа. Он с хаты пошел. Его убил. Переработчики кто-то. Это ты? Нет, я вас тебя. Смотри, ракет у нас уже на 5 дверей. Быстро разлить уже с РПГшкой, блин. Тупо дядя Дима зашел. Здорово, так, пацаны, они, здорово. Они в хате. Мы пришли поговорить. Выйди, готов стрелять с базуки? Да, сейчас он выйдет, давай прям сразу. Здорово. Нет. Давай минус сразу две двери. Одной ракеты. Уйди, 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 уйди. Давай, давай, готовься дальше. Капец, он, наверное, офигел. Будете убивать. Нет, конечно, не будем. Сейчас, подожди, там огонь. Он уйди, уйди, это МВК дверь. А как я это? Сколько ракет у тебя? 4. Я не попаду отсюда. Пробуй, пробуй. Я умру. Не умрешь, я в тебя верю. Я же умру. Давай базуку. Самый смелый нашелся. Ну да. Прикольно. В кого ты там стрелял? О, сплэш, сплэш прошел. Я режу. Понял. Дождись, дождись, не взрывай последнюю. Просто постреливай давай. По двери. Давай, давай, давай. Мне что-то ставят. Взрывай, пофиг, взрывай, я сейчас приду. Минус там дверь? Гаражка. В спальнике. Сейчас изи будет. Я режу. Я лутаю себе, дай мне что-то. На, калаш. Угу, все, 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 все. Тут еще 200 хп. Гаражка. Походу последняя хп? Дверь. Да, это последняя, он одну открывал. Разрывные, думаю, делают, самое простое будет сейчас. 40 хп, слышишь? Нету чем добахать? Нету, вообще ничего нет. Изи рейд. Камнями. 42 хп. А мы это сможем сделать, по сути, камней тут много. Рейд в онлайне. Камнями. Это жестко вообще. Не, я, наверное, крыть пойду. Представь их лицо. Ну, по камням не выдалбливаемся. Давай. Они вышли? Они серу выкинули, да? Они серу выкинули. Что, задиспавнилось? Смотри, сколько компонентов! Шкаф открыт. Пороха! Пороха, смотри! Чувак, мы окупились. Ледорубов миллион. Надо убить их, а то они могут сейчас встать и убить нас. Чё? Можно взять? Подожди пока.
погуляй сейчас. Ты где, авторизировал? Нет, я поставил дверь. Слушай, компонентов миллиард просто. Мы всю хату отдадим. Сейчас, уберем самое необходимое. Можно еще один калаш скрафтить. Давай, без проблем, конечно. Это вообще, по идее, ваша хата. Мы тут просто так нарисовались здесь. Ну все равно, по-дружески. Слушай, что МВК было, прикинь? Неплохо, мне кажется, вообще неплохо. А бодик на калаш был? Да. Вот это красивый рейд был. Вот это реально красивый рейд был. Угу. Че, все, пошли отсюда. Мимино, мимимоби, это те, которые вот только что у нас под хатой сидели. Забей, это такое изи вообще. Моментальная месть. Тук-тук. А где ваш дом? Ну, все, в общем, давайте, удачи, все, пишите. Давай, удачи, спасибо. Вертолет летит, можем сбить. Давай. Короче, Поли, побежали на хату, марафон добежишь. Да тут не видно его. Он близко, он уже очень близко. Да. Все. Я ничего не вижу, босс. Вон окна. Уже ракета. Я сдох. А это что было? Это ракеты были. Да уж, мы просто самые мощные сбиватели вертолетов на районе. Хм. Не успели мы зарейдить одних соседей, появились другие, которые начали нас жестко доставать. Он попадает. С очерью был, прикинь? Не, чувак, ты сейчас ты отлетишь. Че, метки больно? Да. Корпус на калаш нужен. Бошку дал. Ты убил его. Походу убил. Арийский легион. Ого. Возле нас прям. Я походу знаю, что они рейдят. Марафон, ты тут? Да. Становись на крафт XP. Сейчас мы бахнем. Да, 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 босяра, они это рейдят. Кого рейдят? Видел, неподалеку от нас дом строили стоит. Да. Его рейдят, его уже зарейдили. Паузи сюда быстрее. Я вижу, типа там в доме сидит. Убил его? Голову там с пайпой. Двоих убил. Хорош. Тут пусто, они все перенесли уже. Я знаю, кого рейдить. Давай посмотрим их домик. Ближе подойдем. Мне кажется, ракеты мизи. 4 ракеты и все. Тут буферки ложные. С задней стороны лупим и все, я был у них. А, так воу, да, все, 4 ракеты и все. Он тут двери открывает прям. Тут изи дом. Ты стреляешь? Да, да. Наверху на крыше. Я убил его. Я видел, это жесть. Поворачиваюсь, бам, такой ваншот, пацану. Надо ему по башке постучать. Блин, что-то киянка не получается, давай топором. Давай, по башне ему. Ой, смотри, наносится урон киянкой. Намечается движ Париж. Не, ну он задолбал африкашить. Надо ему лицо сломать сейчас. Я сейчас сам лицо сломаю. В смысле, ты что, тут уже? Я еще ударил меня чем-то. Я киянкой тебя бил. Да, я да, не знал, да. То, что киянка урон наносит. Ты выстрелил меня, не надо мне тут. Я киянкой тебя бил. Ты мне в лицо выстрелил. У меня есть свидетели. Прям в затылок. Он все видел, я стрелял киянкой. Киянкой стрелял, еще раз говорю. Все, пойдем рейдить. Да, да. Ракета, где ракета? У меня, на. Все, разрешаю тебе взять их. Посмотреть пойдем и скинуть мне базуку. Да, да. Пойдем, пойдем, пойдем. Базуку мне на базу? Вперед. А хотя ладно, я всех убью. На. Пойдем. На, 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 на. Сейчас будет весело. Кстати, смотри, хату на S. Они с первого дня тут вечно играют, что-то мутят. Не, мы сейчас пойдем и тех накажем. Вон уже бежит, смотри, домой. Бежит, бежит, смотри. Переносит лут! А мы сейчас перенесем их лут.
Ребят, ребят. Тук-тук. Я Человек-паук. Понял? Они все снизу. В том доме двое. В этом доме только один. Чекай дверь, марафон. Аккуратно, могу вас взорвать. А, да, кстати. Хата открыта. Шкаф. Чувак! Чё? Компоненты. Отойди, 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 отойди. На капканы наступил наш. Крафти двери, я крою. Одного убил. Блин, меня снизу убили. На крыше прям есть. Я чуть не сдох. Открывай двери. Все, все, выше зома. Меня добили. Близко. Меня убили. Я чуть не сдох. Бегу. Живешь? Да. Они голыми идут снизу. Фига себе. Я видел это. У меня патроны кончились. И голых туда стреливаю. Ну и кто за камбэком? Дядя да Дима. Ну это слишком жестко было. Чувак, беги сюда быстрее. Я уже тут. Надо хватать рез и застраиваться. Тут компонентов просто тьма. Меня залутал? Да. Ну не всего, броню не лутал. Шесть сачель. А, крафти дверь железную, быстрее. Крафтишь? Скрафтил. Ты жесткий, Дима. Давай с улицы застроим ход, дверь. Ход застроим. И с палки надо контрить. А, как застроить? Вот так вот. На улице кто-то. Марафон, блин. Закрывай дверь. О, так тут нифига себе ресов наверху. Забирай, нужно переставлять. Еще скрафа. Тут наверху. Тут наверху еще кирки, уголь, металл. Гантрапы стоят. Это ловушечная была, слышишь? Угу. Нам хоть дом хотя бы оставьте, пожалуйста. Оставим дом? Блин. Кстати, Ютубу привет, братанчик. Ты можешь нас кто-то заскринить, пожалуйста? Ты еще одну. С двушечкой заскринишься, да? Я голый, я голый. Давай, давай, иди сюда. Я только что видос смотрел. Пацаны, ты просто видос только что смотрел? Спасибо, пацаны. На это. Спасибо. Это не юзаем почти. Ну, это тебе на камбэк. Чё, пошли? Чувак, если честно, мне кажется, твой дом немножко защищеннее, чем этот дом. Мой? Я знаю. Чё, думаешь, переехать стоит? Тут третий верстак просто. А, ну мы можем это сделать. Просто, блин, этот дом, он непонятный. Хотя мне нравится этот дом. Особенно знаешь, что мне нравится? Вот это мне нравится. Спускайся. Красиво марафон провел электричество, смотри. Не, так-то уютненько. Уютненько, но... Мой подзащищённее, я не знаю, короче. Ну, мы можем забацать этот дом, конечно, но это будет сложно. Это трудно будет. Тут, смотри, стенки вокруг мешают.
Зато такой смотри, кайф. Какая красота у нас здесь. Угу. Не, ну теперь... неплохо, да? Мы немного обустроили дом и отправились на вертолет. И сразу же наткнулись на читака. Я сдох. Это читер, это гхост. Здравствуй, читер. И это был не единичный случай. Нас потом убивали читаки снова и снова, пока мы не вышли с этого сервера. С основной задачей мы справились. Мы помогли новичку обустроить дом и навыбивать побольше ресов. По-моему, он до сих пор играет на этом сервере. Не забывайте ставить лукасы, оставлять комментики. Всем пока.